Сегодня я со своим дроном буду охотиться на Демогаргона. Это реально похоже на нору. Посмотри, это же Демогаргон! Он реально существует, панда! Чё творим, бро? Меня зовут Саргионис. И бро, сразу же бери, подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою суприм банду. Ведь ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе ж не очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть замысленной бати на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Что ж, Суприм Банда, сегодня я со своим дроном буду охотиться на Демогаргона. По легенде, он находится в этом поселку, в который мы сегодня приехали. Некоторые люди говорят, что даже видели этого монстра и описывают его как существо с огромным ртом и тысячи зубами, что по описанию очень похоже на Демогаргона. Правда ли это будет Дон Банда, я не знаю, но я попытаюсь снять все, что в моих силах. Хотя бы надеюсь снять его на ру. А тем временем, бро, давайте на это видео наберем 30 лайков. И тогда, банда, я со своего дрона сниму настоящую русалку. Так что, банди, скорее ставь лайк и подписывайся на наши с Настей инстаграмы. И в своих инстаграмах, банда, мы общаемся со всеми вами. Подпишись на нас, напиши нам директ и все, жди. Уже со скорым ответим именно тебе. Так что, банди, давай, все ссылки в описании, ставь лайк. А мы тем временем запускаем дрон и ищем Демогаргона. Погнали! Окей, банда, надеюсь, вы готовы. Настя уже запустила дрон. По координатам, которые мне скинули, его нора находится где-то здесь. Но где именно, мне почему-то не сказали, как будто ее скрывают. Она может находиться где угодно, даже в этом маленьком леску. В таком случае мы никогда ее не увидим, потому что дрон туда просто не залетит. Деревья посажены очень густо. Сам дрон даже не захочет туда влетать. А может быть, его нора находится под этим обрывом. Что маловероятно, ведь в таком случае нору бы просто бы засыпали. А Демогаргона убила. Как я и говорил, там ничего нету. Больше похоже на какую-то свалку. А на самом деле, банда, нора Демогаргона понятие обширное. Потому что его нора может быть как яма в земле, так и какое-то заброшенное здание. К примеру, которое мы видим сейчас. Это уже больше похоже на нору Демогаргона. О, господи, что это вообще? Пока что я не вижу никаких следов жизни здесь. Оно и понятно, ведь здесь же живет Демогаргон. Хотя, по идее, банда, Демогаргон — это убийца. Он съедает людей заживо. Как минимум, здесь должны быть кости людей, или же даже трупы. Или же даже одежда от трупов, которых он уже съел. Здесь просто ничего нету. Возможно, Демогаргон даже живет не здесь, но где тогда? Поблизи нету больше никаких заброшенных зданий. Может быть, у него даже в кустах есть какое-то здание, к примеру, как там. Посмотри, это больше похоже на нору Демогаргона. Господи, очень тяжело рассмотреть. Хотя это также похоже на обычный сельский туалет. Господи, банда, я уже не знаю, где здесь летать, чтобы его найти. Но мне, банда, кажется, что у Демогаргона должно быть намного больше здания, чем это. Потому что ему же нужно где-то хранить своих жертв, которых он собирается съесть позже. Тем не менее, банда, чтобы улететь полностью с этой локации, нам нужно ее исследовать до конца. Чем сейчас занимается Настя? Кстати, банда, я тут недавно подумал, как же будет круто сделать бой Демогаргона против Рэй. Рейка мы уже снимали в прошлом году, я знаю, где он сейчас находится. Будет интересно увидеть вашу реакцию, пишите в комментариях, хотите ли вы этот бой. А тем временем, Настя уже практически полностью облетела эту локацию. И пока что я не вижу никаких следов Демогаргона. Даже обычного человека нету следов. Мне почему-то кажется, что у этих двух зданий есть хозяин. И это обычный человек, потому что они выглядят довольно ухоженно. Тем не менее, мы уже улетаем отсюда. Слева вы можете видеть село, в котором мы сейчас находимся. Именно в этом селе. Мы опрашивали людей по поводу Демогаргона, и все как один говорят, что видели его, что, кстати, очень странно. А справа находится тракторная бригада, около которой также есть заброшенные здания. Думаю, банда, что их тоже нужно исследовать и посмотреть, возможно, Демогаргон живет где-то там. А вот и тракторная бригада, справа уже виднеются заброшенные здания, которые полностью заросли деревьями, что, кстати, очень хорошо для жизни Демогаргона, ведь в таком случае его практически не видно. А рядом еще и находится место, где люди каждый день приходят на работу. Он просто может убивать их и съедать. И, кстати, банда, вернемся обратно к поселку, около которого мы снимаем. Люди, с которыми я разговаривал, очень странные на вид. Мне даже показалось, что они немного сумасшедшие. Они так фанатически рассказывали про Демогаргона, что мне даже кажется, что его здесь нету. Его просто не существует. Потому что, посмотрите на все это, здесь люди живут спокойно, работают. Если бы здесь жил Демогаргон, здесь бы точно так не было. Здесь бы
бы было очень много отрядов полиции. А люди просто ходят свободной жизнью, работают. Мне кажется, банда, что его здесь нет, у нас просто обманули. А мы так сразу же собрались и приехали сюда. Но все же, банда, давайте продолжим летать и искать Демогоргона. Где-то внутри себя я все еще надеюсь, что он существует и живет где-то здесь. Пока мы не посадим все батареи моего дрона и не облетаем все заброшки, мы никуда отсюда не уедем. Тем более, посмотрите, сколько здесь разных дорог, которые ведут в никуда. Одна из этих дорог точно может вести к логову Демогоргона. Именно поэтому, банда, давайте просто продолжим летать и все обыскивать. Сейчас давайте облетаем левую часть этого поселка. Полетим к той вышке, может быть, он где-то там. Кстати, банда, как я знаю, Демогоргон довольно не глупый монстр. Он может понимать и слышать, что дрон где-то летает. И может просто не вылезать из своей норы, потому что он думает, что мы ищем его. Так оно и есть, но он просто знает, что дрон ищет его. Он просто может прятаться. Именно поэтому здесь, банда, нужна выносливость, чтобы его найти. Хотя мне кажется, что он вряд ли может жить около этой вышки в той будке. Скорее всего, что это будка какого-то сторожа. О нет, банда! А что если прямо сейчас Демогоргон убивает этого сторожа? Быстрее лети туда, Настя! Да хорошо! Это просто жесть, но вроде бы там все спокойно, никого не видно. Возможно, Демогоргона там даже нету. Возможно, даже сторожа там сейчас нету. О, черт, я так переживаю за все это. Очень надеюсь, что мы сегодня не снимем никакого убийства Демогоргона. Потому что Демогоргон — это же один из самых опасных монстров. Он просто напополам разрывает человека. Это такое ужасное зрелище. О, что это еще слева? Посмотри, какое-то озеро. О нем мне ничего не говорили. О, черт, банда, что если под этим озером и находится нора Демогоргона? То Озин каждый раз выплывает из этого озера, просто туда затаскивает своих жертв. А что, если сюда приезжают новые люди, чтобы поплавать? А после этого Демогоргон их просто за ногу затаскивает в свою нору и просто убивает там и съедает. Это же такая жесть. Окей, банда, пока что не видно никаких следов Демогоргона. Возможно, его все-таки здесь нету. Думаю, что здесь нам уже ловить нечего, нужно лететь куда-то дальше. Я думаю, что нужно лететь тем дорожкам, о которых я говорил ранее. В этих лесах точно ничего не будет. Он очень густой, мы даже ничего не увидим. А если будем лететь по тем дорожкам, то точно прилетим к каким-то заброшенным зданиям. Тем более, что вдали я уже видел какие-то заброшки. Вот вы только посмотрите, там уже что-то виднеется. Видите, это банда. Нам точно нужно туда лететь. О, черт, банда, мы уже облетали просто невыносимое количество мест. Мы посадили целых 3 батареи моего дрона. И все уже летаем около заброшек. Их здесь так много. Сереж, посмотри! Что случилось? Очередная заброшка, только на вид не такая, как другие. Она серьезно очень сильно отличается. Здесь даже есть одна целая комната, что в принципе подходит для логова Демогоргона. О, господи, вы только посмотрите, это реально похоже на нору. Черт, неужели он реально может здесь жить? Но вот эта будка меня немного смущает. Ведь в ней может быть обычный человек. Она довольно в хорошем состоянии. Это просто жесть. Думаю, что это здание нужно облетать полностью. Ведь здесь реально может жить Демогоргон, банда. О, господи, вот Настя подлетает к этой так званой норе. О, черт, просто посмотрите, что там. Это просто жесть, какое оно все стрёмное и мутное. О, черт, что это? Посмотри, это же Демогоргон! Он реально существует, банда! Вы только посмотрите, какой он огромный и страшный! О, черт, какой же у него огромный рот, банда, вы видите это? Там точно больше 1000 зубов! Мне просто в это не верится, нас не обманули, он реально существует! О, черт, настоящий Демогоргон! Мы все-таки смогли снять этого монстра! Просто посмотрите! Смотрите, какой он огромный, он такой жуткий. Нас не обманули, банда, он реально существует, вы это видели? Мне просто нету слов, это настоящий Демогоргон. И куда он уходит? Господи, неужели он слышит наш дрон и пытается найти нас? Но мы находимся очень далеко от него. А еще, банда, мне кажется, что у этого Демогоргона есть какой-то культ, который поклоняется только ему. И я, похоже, разговаривал с участниками этого культа. Они настоящие фанатики Демогоргона, просто посмотрите. Это же реально он. Демогоргон, он просто идет. Наш дрон серьезно это снимает. Я просто не могу в это поверить, банда. Это самая настоящая жесть. Такого монстра мы еще никогда не снимали. Настоящий Демогоргон. Я просто не верю в это, посмотрите на него. Боже, вы только посмотрите, какой же он страшный, какой огромный. Что он вообще делает, куда он идет? Что он ищет, посмотри, ты видишь это? Я вижу. О, черт, он что-то достал. Что это такое, банда? Это похоже на черепа или что это? О, господи, вы только посмотрите, что это? Это реальные
черепа человека, банда, вы видели это? Он ищет что-то поесть, и он злится, потому что нету мяса. То есть все эти черепа, это уже убитые люди, которых он просто съел. Это такая жесть, Суприм-банда, я просто не могу в это все поверить. Демогаргон самый ужасный монстр, которого я только знаю. И нам удалось снять его на мой трон. Просто посмотрите, какой же он огромный. Вы только посмотрите, какие у него огромные когти, вы видите это? На его руках это же просто жесть. Он реально по 2 метра ростом, банда, мне просто в это не верится. Куда он вообще идет, что он делает? Он голодный, банда, он ищет, что ему поесть. То есть теоретически он может поймать человека, убить его и просто съесть. Это такая жесть, банда, я не хочу этого видеть. Но что он делает, погоди, он что-то роет. О господи, это реальный монстр, он роет как собака. И он что-то достал, это просто жесть. О нет, он заметил наш трон. Только не это, банда, вы видите это? Просто жесть, это отрубленная рука. Он вырыл отрубленную руку, банда, вы видели это? И теперь он злится на наш дрон. О нет, он бежит за ним. Скорее улетай, улетай быстрее, Настя. Это просто жесть, он бежит за ним. Только не это, лети в другую сторону, чтобы не поймал нас. Просто жесть, банда, это настоящий демогаргон. Улетай быстрее, лети, Настя, лети. Это просто жесть, вы видите это? О господи, он бежит за нами. Улетай в другую сторону от нас. Это просто жесть, банда, настоящий демогаргон бежит за нашим дроном. О черт, такая жесть. Мне просто в это не верится, Настя улетела. Надеюсь, Настя успела от него улететь. И нам нужно срочно уезжать отсюда, банда, потому что он может прибежать сюда и просто поймать нас. Вот комменты за прошлого видео, просто есть какие шикарные идеальные комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь нужно опуститься ниже, нажать лайк, колокольчик и все, бро, тоже на видео. Лайк, колокольчик, какой это видео, бандит. И бро, не забывай подписываться на наш инстаграм и подписывайся на мой канал, чтобы быть Суприм Банди, в самой сильной банде на ютубе. И помни одно, бандит, оставайся к тебе шикарным. Пока! We'll be right back.